Итак, всем привет. Добро пожаловать назад. Это закрывающая сессия. Извините за последнее завершение. Мой компьютер перегрелся. Напоминает, как в Брюсселе интернет загорел, и мы потеряли Wi-Fi на целый день. Вот. Но техники поправили, а мой ноутбук, похоже, охладился. Конференция закончилась, и, посмотря назад на прошлые три дня, много кому и спасибо. Вот, и потом мы поговорим про, что будет дальше на сайте The Map. Пускаем презентацию. О, вот. И это была офигенная конференция. На Твиттере у меня есть цитата. 307 твитов. А, человек. И мы достигли примерно 1 000 000 человек. Вот, и у нас был пик, 80 человек смотрели прямую трансляцию. Так что было довольно классно. Так, если вы получили билет, то вы заходили в Venulus. У нас был пик 230 человек. Я понимаю, что люди приходили, уходили. Нормально, мы онлайн. Было где-то 130 вопросов для основных докладов. Скорее, где-то 150. Было 10 дополнительных сессий, дополнения к программе. Вот, были обсуждения в отдельных комнатах. Вот, ну и, разумеется, обсуждения после докладов. Более 300 сообщений в глобальном чате Venulus. Вот, и несчетное количество реакций эмодзи. Вот, вы все еще можете получить футболку, зайдите на Вики. Вот, увидите, что люди там подняли разные магазины в разных районах. Не обязательно притворяться фэшн-моделью, как я. Можно просто наслаждаться, просто носить футболку и наслаждаться этим. И, как видите, у меня на фоне, у меня есть коллекция футболок с разных конференций. Встречаешь людей, начать разговор, типа, о, ты был на той конференции. Так. Так, я теперь передам слово Арнали, которая передаст множество спасибо. Спасибо, Грегори. Итак, это событие не было возможно без тебя, без вас всех, честно говоря. Спасибо всем. Вот. И особенно спасибо добровольцам. Ну, во-первых, спасибо спонсорам. Facebook, Mapbox, Esri, NextBillion AI, Grep и Google, а также наши серебряные и бронзовые спонсоры. Теперь добровольцы на потоках. Вот те, кто добровольцы, все такое. Здесь слышите вот это вот все. Вот это классные люди, которые нам помогли в эти три дня. Да, поаплодируйте им, хотя мы, конечно, не слышим. Да, наши помощники переводом. Большое спасибо за помощь. Да, вы делали сотом более доступным для тем, кто знает язык. Более 40 переводов. Вот, спасибо помощникам Мамбле, кто там были.
во время всех трансляций. А, да, добровольцы в программном комитете, вот, которые выбирали доклады. Вот, и выбрали самые лучшие из лучших выступления, воркшопы и обсуждения. Да, удивительная работа. И, конечно же, академическая комиссия и видеокоманда. Большое спасибо за хорошую работу, которую проделали. Показывать записанные доклады. Вот это бы было невозможно без инструментов для этой конференции. Venules, платформа, которую мы использовали. Pretalx для контента и Pretix для билетов. И это основная рабочая группа по конференции. Планировать. Большое спасибо Кристине, наша председательница State of the Map, Микел за спонсоров, Манфреду, он на программном комитете, он работал с видео, и вики-страницы, и все остальное. И Мартину, спасибо за веб-сайт. Убедился, что веб-сайт работает. Вот, спасибо учеником академической дороги, Марко Ейр. И команде по ЦМ, Энеку, Федерико, Нали. Вот, большое спасибо. И, конечно, это было бы невозможно без докладчиков, презентации, воркшопы и обсуждения. Очень классные плакаты тех, кто их прислали. Вот и те, кто организовывал свои сессии даже в последний момент. И все, кто участвовал в чатике, задал вопросы, писал и посты в социальных сетях. Очень много людей, да. Вот. Можете зайти на веб-сайт, они все там, все еще там. Вот мы показывали их в перерывах, но если хотите их распарить, то заходите лучше на страничку. Вот, обычно мы делаем общую фоточку. Вот. И вот наша третья версия групповой фото. Нам свои селфи. Вот. И пока вы не легли спать, сделайте свое селфи. Вот. Пришлите. Может быть, сделаем четвертую версию. To see how many wonderful things there were and memories of joining, and I think we did attend the conference, even though it was online. But now we look. Теперь посмотрим будущее, что в будущем для State of the Map. Итак, все доклады академической потоке, они будут опубликованы на следующей неделе. Вы сможете все прочитать. Записи. Их опубликуем на Ютубе и на сайте State of the Map. Мы уже их нарезаем. Вот, у нас сейчас какие-то проблемы, мы их правим и опубликуем. Так что подождите немножко. Вот, и сможете пересмотреть выступление. И мы попробуем опубликовать переводы записей.
потому что было бы классно достичь как можно большее количество людей. И следующий год. Вот мы обычно проводим конференции по всему миру. Мы были в Бирмингеме, Токио, Хельберге, Брюсселе. Куда поедем в следующем году? Я бы предложил какие-то места. Вот, ну, вот, если у вас есть предложение, если у вас есть команда, которая может организовать, то у вас где-то есть месяц на то, чтобы написать свое предложение на вот сайте, который на экране. Ну, напишите, если какие-то вопросы есть, мы будем рады ответить. То есть, если вы не уверены, то пишите. Будет здорово сделать это уже лицом к лицу, а не онлайн. Кажется, у вас недостаточно людей, не можете провести, то все равно присоединяйтесь как доброволец и поможете провести где-то в другом месте. То есть люди со всего мира подходят. Мы решим, как вы можете поучаствовать. Вот. Если хотите узнать, где конференция будет в следующем году, зайдите на веб-сайт, прокрутите вниз, и увидите вот поле, чтобы подписаться на новости. Видите свой email-адрес, и мы вам напишем. Мы скоро пошлем форму для обратной связи, что было хорошо, что можно улучшить. Тоже вышлем на список адресов. Вот если вы получали что-то, вы, наверное, уже в списке. Вот, и мы очень много писали в Твиттер. Наша команда по коммуникациям очень помогла. Вот, так что подписывайтесь на Твиттер. Ну и на основные аккаунты OpenStreetMap. И да, мы в Вики. Вот там очень много информации, куча ссылок. Да, зайдите в OSM Wiki. И там есть страница State of the Map с кучей ссылок. And if you blogged about your time at OpenStreetMap or you want to share extra links from your talk. Вот если вы написали про Sotum в блог или хотите поделиться какими-то ссылками, связанными с докладом, то добавьте ссылки на эти страницы. Так что вот, у нас тут есть какие-то добровольцы. Так. Хотели спать. Вот, сейчас включим камеры. Вот, кто-то уже пошел спать. Ну, если мы помашем и скажем. See you next year. See you next year.